или нет. Лерой, бафаешь 7 каски, поклонский бафаешь 7 крота, матанга, ты бафаешь 7 кулаки, сеттер тоже ему помогаешь, и тебе бафаешь 7 5. Мне с ним селедку ковали не поставил. Вон уже поставили хавать. Лары, будете речать на хп. Это же великий подвиг, да? Да. Обычно че. Там коня еще за нее дают, присылают на почту. Коня. Лёлик, спекайся. Спасибо. Пока в салу здесь. Слышишь, Лёлик, спекнись пока в салу. А Камикадзе это кто, Лерой? Не, Камикадзе это человек, который Альдельте. Ну что, финальное наставление про трех боссов предстоящих. Да, давай чек на бафы на готовность. Когда рост давать? На слизняках. Все, все готовы, я пока буду запускать босса и во время ходу буду все рассказывать. Назгул, ты если что первый танчишь, 4 стака выдержишь? Да, нет. Думаю, что да. Что ты сказал, Назгул? Может, 3? 3. Чё, смотри, короче, зайдет Ренивал, он меня выкинет с РК, он не любит меня. А он не здесь, он отдыхает сегодня, у него отпуск. Назгул, когда ты первый танчишь, 3 стака выдержишь, поклонский ты потом забираешь, и на 2 стаках первый ты возьмешь. Сеттер ты кинешь потом Назгул, когда будет смена этот боб. Чтоб с него стаки слетели. Рейнш, пожалуйста, возьмите. Рейнш, пожалуйста, возьмите. В лужах не стоим. Я скажу все. Отлушат две. Видишь, как просел? Давайте ему капу, сейчас умрет. Нормально. Каплю дал, заберу. Убирай. Назгулу дай боб. Конского хилить. Так, Назгул вместе с этим, с Поклонским. Вот, который идёт слизняк, это ваш. А Лерой, ты забирай левого слизняка. Мак, пожалуйста, прожми потом щит маны. Я тебя выражу, чтобы с тебя не шотнуло. Все, давайте, Веру. Веру, давайте. ДЦ, щиту, РДД зону. Обязательно. Акрут по моей команде, Палдаш. Поклонский ты. Все, давай, кидай. Дебаф есть у меня? Уже. Есть, есть дебаф. Бегай к РТ-зоне, Поклонский забирай. Давай, бегай. Техникум зеленый. Бейте левого. Это что за хуйня? Тихи, тихите. Не забирать человека второго. Не, пускай Поклонский, значит. А ты от лица отойдите, сейчас плевать будет. Не, Лерой пускай танчит. Че, бейте его. Клонский забери пока. Я пока зеленый токсин. Клонского хильте. Давайте добивайте нас голову, лови следующего босса. РДшники возьмите рейндж. Вокруг него надо стоять, не в одной стороне. В центр его ставь. Центр босса.
Вокруг него хорошо. Тюменская, ты чуть не упал. Сасывайтесь. Не стойте возле двери, чтобы вас к уголку не прижало, иначе вы не избежите. Ой, не убежите. Лёд поставьте. Поставлю сейчас. Четыре. Внимание, если вы не уверены, что сможете отбежать, прожимайте свои дефобилки. Так, Дексон, ты у нас один, давай. Если что, прожмешь свой этот, дубовую кожу. Молодцы, бейте, бейте. Повезло. Центр босса. Там в центр его веди потом. Там в центр иди. Вокруг босса станьте. Не с одной стороны. Давай там щитуй все в лице. Пиздец мне. Боб на него, боб на Ршаму, боб на жрец ПД. Дайте ему боб кто-нибудь, блять, так не сдох. Давайте падайте. Стоп ДД, стоп. Дайте. ДД, падайте. Сука, ёбаный. Падаем. Давай к нему поворачивайтесь. Пить поды. Дали боб ему или нахуй надо? Надо про боб было сказать. Я не добежал. Бежал, но не доставал. От меня побежал. Не на боба, от меня что-то. Стойте в следующий раз кто-то с шаманом. Седдер или кто-то. Стойте с шаманом. Если вы отлетите вместе, дадите ему боб. Рядом с ним стоял паладин. Прям рядом с ним был паладин. Три какой-то. Ну ему-то нахуй надо было давать. Нет, я говорю про то, что Ретрик с шаманом улетели один в одного. Ретрик мог дать на него боб. Я и говорю, ему не надо боб ему давать. То есть, ну он хуй забил. Это, Грис ПД, ты еще на себе лучше кидай свой щит. А лучше купите кто-то зелье скорости и дайте ему пару банок, и он просто нажмет банку, блядь, на единичку поставит и убежит. Блин, я бы дал, но у меня одна осталась. Так, надо обновить, выйти обновить. Выходите, Санста. Давайте, выходите все. Дайте мамонта там. На выходе. Давай, мам, тоже уходи. Блядь, ну, сейчас бы мы добили. Так, ладно. Заходите, заходите. А Триси резнулся? Триси резнулся? Это ДЦ. Илан тоже кидай всем щиток. На них постоянно щит висел. Надо на хилов, на мага. На мага хотя не надо, там блин. Это поставщик хавчик, он стоит хавать. Давайте там баф. Каждый. Все, банки мне дали. А, ну все, ты отбежишь тогда. На единичку только поставь, чтобы тебе удобно было нажать. Так, Камикадзе и еще там один человек. Давайте сходите в ар. Ар, давай тоже заходи. На единичке взрыв разума. Макрос на ролл. Я его перенес. Здарова, пацаны. Как у вас это там дела? Это слышишь? А ты с нами не хочешь пойти на ДБ? Ну пойдем хантом боролся. Давай. У нас почему-то вара покажет. Заходи на ханта. Сыни. Вон. Кстати, шкаф. Тут этот пидорас. Ну нахуй вы его берете, блядь? Какой? Ты про себя, что ли, Алик? Блять, дил вас дай, мут там, чтобы не было только срача. Да, они уже успокоились.
Будет срачен и переживать, я шутку, блядь. Но они любят... Анальные утехи. Но. Да-да-да. Здесь собрались высокоинтеллектуальные люди, так что... Да, сейчас вы себе покажете, да. Ой, ты по себе что? Дайте кулак по ханту, пожалуйста. Басап. Че там? О, Поклонский. Поклонский. Гильдия зачетная, конечно. Батя самогон. Запускаю. Я у него там что-то беди. Пропивайте тоже там все свои фласки, кстати. Ой, есть кол на ап, ребята, то я забыл нахуй взять с ГБ. А кто продаст мне СПД фласку, я тоже забыл взять. Ну, кидайте мне хотя обмен, я вам дам фласки. Только у меня на СПД, если что. Где? От души вообще. Лерой, не надо, Лерой, одной достаточно будет, уже дали. Спасибо. Кидай камикадзе. Я тебе отдам после рейда. Да, не надо. Я с тобой чё? Потом я схожу, ты мне шмотку отдашь. Халява. Ты готовься ловить на сгол, бей. Набирай свой аэро. На лужах не стоите. Елена. Четыре. Забирай. Кусахите там. Назгул вместе с Поклонским вы подвижно, я думаю, вы помните. В какую играем? В левую. Правую, точнее, правую с ориентой, я не могу, я повернулся назад. Мира, давайте. Глухить. Цехотай всех там. Сагру дай, пал. Поклонский. Забери. Все, забирай. ДК, ты... Я пал на тебе. Дай, ДК, там? Пал. Я говорю, забери, гем на ДК. ХП. Беги, блядь. Динчик, дай гем на ХП. Сдохнем, да, размораживай нас. Дай гем на ХП, Войт тоже дай гем на ХП. Подавайте. Пизда. Бля, чё у РНЖ не набрали-то? Нормально. Свой да ещё надо снять из Даксона. А, всё, у него пропал баф. Даксона хитил, боже, стоит. Три тела с бафа. Матанга... Кина! Матанга, можешь Владин, ты можешь... Владин, ты можешь баблом снять. Кина, шаман. Залейте ему, да. Сала, залей. Владин, ты можешь бабу снять. Он снял. Петр, не упади. Второй хит. 15 секунд. Плонский, забирай ты на нем дебаф на БДК. При СПД не забывай на себя щит земли потом вешать. РНЖ возьмите. Рассасывайтесь там. Босса в центр, алло, вокруг босса вставай. Можно и там танчить. Так, давай, вот показывай свой скилл.
Фабилки, если что, призывай. Вижу, на ком. Бейте, молодец. Могу забрать. Можешь взять, если хочешь. Забирай, забирай. Ты на сгула, у тебя кровометка вкачана? И нет. Не помню сейчас. Давай я гляну. Не вкачано. Плохо. Так, Даксон, давай, если что, прожмешь свою дубовую кожу. Только не умри, пожалуйста. Прожимайся, ДК, прожимайся, ДК. Как же потно, бля, не упадите. Должны успеть. Да уже убьем сейчас. Молодцы, босса не запускайте, алло, если что. Салут отдам. Давайте трофей. Блять, у меня здесь аддон не вкачет, не стоит. Вот, у тебя стоит аддон? Какой? У меня стоит Тюменского 96. Отлично. Я буду линковать, у меня стоит. Хорошо. Сверху. Так, сотку я вижу. Нас гул. Это параша надо кому? По трансмутерству только можно. Да ты забираешь мапки себе и просто говоришь, что если кому надо, напишите там. Да, да, потому кто... что долго это не надо никому, этот хлам ебучий. У кого много места в WhatsApp-ке? Дай мне, у меня сумка пустая, я распулю тебе осколки потом дам. Я, в общем, даю жри из ПД, у него есть что просить. Все. Такс, а сейчас давайте, знаете, что сделаем? РНЖу возьмите, пожалуйста, все. Вот сейчас пока возьмите все. РДД по большому радиусу, хилы по малому. Все, давайте, рассасывайтесь, не стесняйтесь. 15 метров, если что. Дим, 4 минуты. Смотрите гир на хп там по ситуации. Давайте еще немного гир подождем. Я их хочу на вулканах дать. Чтобы мы там не попадали. Ну, давайте я пока подождем. Да. Закинуть под босса их или бежать бить? Вулкан ты имеешь в виду? Ну там все под босса кидается. Вот у совы есть. Сова из третьей группы, у него есть тайфун. Сова, ты здесь? Ворота, вулкан, у нас все под босса летит. Не, это я знаю. Сова, ты здесь? А, ну все, отлично. И еще, Хан, ты если что дашь на Назгула на пул, а Назгул, ты свое ироническое оружие не трать, хорошо? Усиленное. Ты его прожмешь, когда будет вулкан появится, ты его прожмешь и выживи с войск. Чтоб инферналы были в мелизоне все. Угу. И хилы тоже чешки свои не отдавайте, и паладин тоже сагеру свои не прижимай. Вы можете, кстати, кто-нибудь из вас пикнуться в ДД. Кто? Да, пускай Лера спекается, у него там ДД есть. А, танки-то? Угу. Да, оставь, тут и так дамаги хватит, две сакры в натуре будет. Да, ну ладно, вы меня убедили. Давайте еще немного посидим, помечтаем. Про рассеивание заклинания пока расскажи, что такое вытащить на панельку надо. Точно. Чуть не забыл. Все присты в идеале можешь вызвать. Хотя пускай тебе на какой будет, ладно. Динчик, Селена, Войт, Дотти. Хотя че, мы как каждую геру будем ждать, да? Я думаю, на чем хрен не понадобится. Тут она не нужна, мне жарах суще. На валиках ДДшника Боша спределять. Что?
Валька в ДДшников будешь распределять? В смысле? Мало ли щит, чтобы они сразу уже били его, ее. Половина рейда бьет одну, половина другую. Ну, это довольно правильная тактика, на самом деле. Ну, я про то же. Да не, мы будем по нашим судить. Ну, с нашим ДПСом, конечно, так себе. Но вообще, это официальная тактика. Чтобы вот этот щиток успеть сбить. Они по 6.3, 6.5. Там больше будет важно, чтобы захиливать рейд, и чтобы вот два шарика противоположного света не ловить. Это может он шотнуть. Там хилить очень сильно надо будет. Секунду, отойду. Так что, 5к или 2.5 на кону? 5к, пацаны. 5к это за ульду, блядь, за фуловую, со слезами, с йогом, плюс 0 с пожарником, блядь, с орбитафией. Это 5к. Блядь, а пацаны, за просто дань безумию, блядь, получим и разойдемся, че. Нет, там кони на кону, которые на почту придут. Сейчас уже нельзя, не откатывается этот ласт, как было тогда, когда мы убивали. Так бы пол сервера сделали уже. Ну а чё, можешь это? На готовность. Я тут уже, я отошел там. Так, поклонский ты тут? Все, все готово, я запускаю. Да. Это Гера будет под вулкан, да? Готовьтесь к бою. Да. Напоминаю, раньше 15 метров надо держать. Красный добав хилим, зеленым выбегаем. Маги можете, паладины, баблом магии, глыбы можете снимать. Машек, ты можешь ковшом снять своим. Слышишь, злой, встань вон там, где лог, там, мне просто, чтобы доставать гимном всех, если что. Ну, вон, туда, где лог стоит, вот это удиален, вон там. Просто больше доставать людей буду. ТПшки, присты, там тоже рассоситесь. Слишком близко все стоите. 15 метров. Да друид, мне кажется, вообще может под этого, под боссом встать. Тебе же надо все доставать. Вот сюда войд, иди, тут ты не достанешь. Тут РНЖ не достает. Ты там просто сильно теркаешься. Так, ладно. Великий, сейчас отойдите, пожалуйста, чтобы вас не шел, по-моему, этот босс. Вон, пожалуйста. Еще один. Чуть не сдох. И скоро рота будут, там если что, к вам подтянут в мелизону, так что миленький не бейте. Давай, кидай свой тайфун. Бейте. Поклонского хилим. Дорн, беги, ДК, на тебе. Молодец. Шека не сдохнет. Стаки, диспельте, стаки. Таксоны хилим. С щитуй всех, абсолютно всех щитуй. По КД всех щитуй. РДД зону обязательно. Мама, где папа? Давай беги, беги. Молодец. Джерика хилим. Не беги, куда ты бежишь. Внимание, через 5 секунд будет вулкан. Мы его все заливаем абсолютно. Не даем Геру, как он появится. Все, давайте, бьем. Вулкан, бьем Геру, давайте. Вызывай войска.
Да, Фридом Поклонский. Точнее, этот, молодец. Спой гимн на ХП. На ХП спой. Уже все нормально. Все, молодцы. Уже там не стойте, если что. Видите, там вернул того. Все. Стаки. Фух. Скоро стаки. Стаки. Да, не спойте, если что. Машека, ковшом снимай, снимай его, блять, Машека. Молодец. Убивайте его. Кишени. Не знаю, может быть. Рис подохильте. Сейчас его захиливайте, на нем все еще висит дебаф. Все, молодец. Так, рецепт все. Противник. Кто там победил? Чё, все? Давай тот, кто писал, у кого профы есть. А я знаю, как вы себе вообще изучаете. На аукционе их постоянно вижу. Да пускай все, а какая разница. Да. Чтобы... Зря писал, что рецепт урода. Давайте трофей. Димон, я отойду на пару минут. Хорошо, только отойди, пожалуйста, дальше от нас. Так, вижу сейчас ему, да? Кровавая метка нужна, да? Бля, в клан пати, почему его не вижу? Ксера пати. А, вот все. Трофей все. Сейчас отдам тебе Минск. Так, с подбосса отошли. В следующем бою ищи земле на мага покидаем. Да, кидай на мага лучше. Вы заслужите достойную награду. Давай с магом лучше пообщаемся, чтобы он куда-то отходил, договоримся. Я ему сейчас все объясню. Пусть он вообще офнится. Я только хотел сказать, что я очкую. А у тебя есть какой-нибудь еще чарт там? Ну есть, алог, но у меня вчера КД, мы вчера ж ходили. А, у тебя только лог? Мороз на доспех, включи и не подходи никаким миликам. Вообще, я понял, да. Коста. Тут у решетки стоит, и все, мы там, как говорится. Кто подойдет, овцу кинешь, да и все. По сути, никто не должен подойти. На крайняк кто-то чаржит, да. Тебе глыбу дашь. Поклонский, плюсани, пожалуйста, если ты тут. Твоя звезда тогда. Лировой. Ты возьмешь кружочек. ДК самый ответственный. Треугольничек. Так, все, меликов у нас больше нету. Че, танков нет больше? Нет, у нас меликов нету больше. Ага, давайте чекну, может не все тут. Сейчас начну объяснять. Никого нет. Вуди бревно поконтролит. Да, ты идеален, как всегда, на дрейде сидишь, кидаешь ему изгнание. Машека, ты всегда сидишь на холипале, сбиваешь ему косты. Доти, ты если что диспелишь массово, постоянно ходишь и диспелишь. Войд, ты тогда подиспелишь точно. На соле мне. А, можно вопрос, почему не щитовать? Кто сказал не щитовать? Нет, ты просто диспель, да и все. Нет, тряпок можешь защитовать. Да, их вот самое главное защиту, вот там особенность шипешек и особое внимание дает к этому магу. Ему даешь щиток, ему даешь молитву восстановления. Чтобы он не перевернул. Он в куче. Ты кинь на него метку, чтобы мы видели, где маг, да и все. Он, ну, подбежит кто-то к нему, мы же тут стой, Магда, и все. Если будет возле тебя хил там тусоваться, кинешь ему овцу там. А кого мы будем играть? Не-не, ребят, я в сторонке буду стоять. Ну вот, стой. То есть достанешь до кого-нибудь, бей, не достанешь. Да-да. Стой.
Все, если до кого-то дотягиваешься на комфила, можешь кинуть ему овцу. Все, с этим я все объяснил. Так, кого мы будем заливать? Так, где наш товарищ Лок? Сейчас метки будут танки спадать. Первым будем заливать звезду. Это первым будем заливать. Не забывайте его диспелить. Потом второго мы будем заливать ханта. Кружочек. Потом мы будем заливать шипешку. Ромбик. Дальше мы будем заливать мага. Полумесяц. Мы если что здесь стоим, ДК к нам потянет. А ДК, ты если что кинешь свою хватку. Смотрите, как мы делаем. А, Джерико, ты если что с центра подтянешь его. А второй ты здесь будешь стоять. Сейчас поставлю на себе метку. Вот звезда. Ты его отсюда уже сюда потянешь. Хорошо? Вот сейчас снова верну звезду. Звезду видишь, Джерико? Лока. Вот, ты подождешь центр и потянешь его. ДК, ты тут стоишь, Дорм. А ты его с центра уже сюда потянешь. И все. Тут ничего сложного в этом плане нет. Все. Слава богу. ШПшки, если что, фиры там по КДС. Сливайте их на хилов особенно. А вары то же самое можете сливать. Косты тоже не забывайте сбивать. Особенно этому Локу. Бомжей можешь не давать. А мы вытягиваем свой, каждый свою метку, сторону держим, да? Да-да-да. Вы просто стоите, вы не бегаете, не, особенно возле миликов, вы не стоите РДДшники. К вам, если что, ДКшки подтянут. Вы их всегда подтягиваете вот сюда вот. Одного слили, увидели ханта, он ебеня. Снова так же сделайте, да и все. Один центр его перехватит, а второй ДК уже сюда вот. Вот здесь будет стоять, он его сюда подтянет, этого ханта. И потом подтянете также ШПшку. Все. Ничего сложного нет. Так, сейчас танки, идите на свои позиции. Начинают тупо танки, вы не бежите. Офнулся, бахнулся. Стоим на ней. Бонус офнулся. Танки, давайте идите на позицию. Можете одеть несколько ДД шмоток там. Звезду на Лока поставь или что? Метку. Сейчас я поставлю. Так, давайте чек на баф на готовность. Все, сейчас идут только танки и ДКшники, вы что звезду потянете? Я думаю, я надеюсь, вы поняли, как делать. Давайте танки летите. Танки летите. Так, и второй давай, ДК, тяни его, тяни. Пара, пожалуйста, уйди там. Камикадзе, куда ты побежал? Уйди оттуда. Я ж... Как я вообще объяснял, что надо делать? Лок, уйди, пожалуйста, подальше. Поклонского хитите, Поклонского там. Доти, уходи. Тучку прожми, уходи. Бьем звезду, диспелить не забываем. Таны тоже давайте паладином. Видите, что они делают? Кого дальше? Кружочек бей. Да, РДДшники, уйдите, пожалуйста, все направо. Алло, не надо слева стоять возле миликов. Пара забирает. Диспельте, диспельте ханта. Чищено, диспельте. Массовый диспель всем кидайте. Этот, с ДЦ, массовый диспель. Доти, уйди, пожалуйста, немного подальше на тело верится. Убивайте кружочек. Друида за контроль, бревно. Диспель опять ханта. Да диспельте ханта, ну... Ой, ты диспелишь. Давайте, давайте. Пивайте его, диспеливай. Все, ромбик бейте. Mm-hmm. Ромбик заливайте. Вот тут их, во, молодцы, зажали их всех. Отлично. Потом самого будем бить, звезду. Бить пока. Мак, что. Иди ближе к нам. Куда ты ушел? На тебя еще, блин, пойдет ДК. Во, стой там. Давайте уже добивать его. Так, не упади там. Так, не упади. С тобой. Все, звезду бейте. Бейте звезду. Фир один, пидор.
На контроле пока Ардру сижу. Хорошо. Потом треугольник будем бить. Стан даю. Маг. Маг, гасись куда-то. И полумесяц. Полумесяц бейте, он сейчас мага этого дернет. Полумесяц потом бейте. Звезду там добьете? Угу. Полумесяц бейте. Сохли полувихрь, да? Угу. Он не хилил. Так, Тименская, я тебе сейчас ману залью. Угу. Потом дроида заливайте. Диспельте мага. Полумесяц перетяните сюда, он уходит от нас, он от нас убегает. Тяните его назад. Молодцы. Угу. Все, добей, бейте дроида. Кружочек бейте, он там стоит. Все, не надо ему их перекидать. Можно холика залить. Побейте уже кружочек. Его уже не бей. Ну давайте тогда заливайте тогда Илан. Илана бейте тогда. Дроида не надо бить. Bubble dispel, bubble dispel. Dispel bubble. Dispel bubble. Потом будем кружочек заливать. Заливайте кружочек. Потом будем заливать треугольничек. Все, бейте треугольник там. Лары, мойся, что оружие снимайте там. Замедляете, все там кидайте ему. Стан можете ему тоже дать. Лара, отходите от Лары. Жрис, подай, уйди. Уходите от него, от этого пидора, он вас решает сейчас. Танк с Варом, где? Держу Вара, бейте его. Подожди, не бейте его. Блядь. Вар, осторожно. Оружие не снимите. Варен, бейте его. Да, установим. ДК, заберите, пожалуйста, ДК, он сейчас на этого он бежит. На мага, да? Я не видел, он, по-моему, на шамана, что побежал. Вихрь. Пораживайте там, их не знаю, кидайте что хотите. Лишь бы, чтобы он на эрдозоне побежал, все, добивайте этого ДК. Ху, блядь, повезло. Это вообще паладин, вроде бы. А, нет, ДК, с маной, прикольно. ДК с маной. Амахита просто оделся. Все, босса, если пока не запускать. Так, давайте трофейся. Надо было паладином идти с тобой, блядь. Лут на паладина. Нас ждет битва с королем Личом. Подай на сглу. Тотем уберите сразу. Давайте трофей. Сотки Джерика и Хант. Кидайте это заново. Джерика выиграл. Сюда, секунду. Защиту от огня включите сейчас. Тут огонь бьет? Да. И тьма, да? Нам нужно шмотки после Анубарака, да? Да. Это Камикадзе. Спекните, пожалуйста, хила. Похили здесь лучше. Что, нормально у вас будет? Там сколько у вас? 6 будет, да? Да. Не хочу, чтобы никто не упал. Дайте, пожалуйста, рыбу пожрать. Или дайте ему, там, не знаю, этих штруделей, что-нибудь дайте. Чё, как тут рост по ситуации дадим, если будет цель? Да, и нет, если он кинет на другого щита, да, мы дадим. Смотрим, сакуры, если что, паладина, я скажу, кому когда давать. Пока он скидывает, что первый дашь.
если будет смена. А если он на тебя поменяется, то тогда не давай. Дайте на агрит вначале только, пожалуйста. Короче, был в рейде у кнутах давно-давно. Вот я видел, как очень медленно меняют вот эту сущность. Вот если сменился и щиток на другую повешался, и вам говорят поменять, вы стойте заранее рядом с белой вот этой херней. Жмякнули и убежали. И не ловите, пожалуйста, сверки противоположного цвета. Если видите, что на вас летят дофига, отойдите лучше от них подальше. И все, и бейте потом спокойно. Да, сейчас. Нет. Да? Танком метку менять? Нет, танки нет. Не меня. И сейчас на вас темная сущность. Белые шары, если два штуки вас будут лететь, вы можете сдохнуть. От белых надо отбегать. А, блин, я еще не взял. Когда смените на белую, надо будет от черных наоборот отбегать. Чем по поводу смены цвета, я скажу, когда менять. Все, все готовы. Сейчас поводу. Тяжко, если что скажешь. Да, хорошо. Назгул, только подводи вальше, чтобы милики танки возле круга стояли. Танки, начинайте. ДД, стойте здесь сначала. На пулю там. Подводи к белому. Селена, осторожно. Вена не уходит там. Ловите противоположный цвет, алё, вы приседаете, как Ира знает что. Страшно? Оверхильки синие. Способность. Эту же. Бьем, повезло. Конска хильте. Хильте, вы хильте. Танка, танка. Способность секунда, приготовьтесь. Бейте, повезло. Блять, нам повезло сегодня. Все, захил сильно. Не упади. СПД, не упади. Поклонского захил. Поклонского хилите, нас голова хилите. Катя, прожми на всякий случай чешку. Способность секунды. Сейчас мы добьем уже так. Добивайте. Сверхся. Осталось самое простое, блядь. Самое простое, говорю. Да там на туре. Там сейчас пиздец будет. Да не, оно самый легкий, на. Ну да, полегче. Давай, стерпи. Надо, знаешь, что напомнить в первую очередь? Такие шарики, которые разобьют, и лужи белые, которые разольются. Когда он зароется, надо будет сразу на них бежать, блядь. А то будет, как вчера, бопы давать. Да, всем рейдам, потому что в прошлый раз нас ваншотнуло по рейда. Да. Чтоб весь рейд сразу забежал, стоял в этих лужах. Я, кстати, не знаю насчет ДЦ, полезен он тут будет или нет. Как думаете? Я думаю, что я получше AirDrew. Ну, блин, мне кажется, сделал. Ну да. Давай я все поспеклюсь. Да, спеклись, а камикадзе, вставайся в хиле. Проблем. И тогда шапошек попасть. Все природы, и шапошек. Да, кстати, да, распихай шапошек попасть. Тогда проще, тем более, будет. Так, я как раз 4 шп. Ларис, если что, ты один останешься.
Потому что один сейчас зайдет за своего мага, он магом хотел на вас стрелять. Я понял. Да, нет проблем тогда. И это, Лар, не забывайся, что боссу кидайте этот раскол 5 стаков. Это обязательно. Слышишь, еще знаешь, в чем наша ошибка часто? Вот когда мы бьем босса, да, на последней фазе, не всегда ДПС огромный. Нужно, короче, вот жуки, которые перед зарыванием выходят, 4 штуки, нужно их залить, и потом уже босса бить спокойно. Потому что танки сдохнут от этих жуков. Ты понял? Мукам, кстати, могут эти самые присты кидать сковывание нежити и палы изгнания нежити, по-моему, называются. Изгнание зла. Ну, насчет сковывания, хорошая штука. Можно попробовать, как вариант. Оно работает. Все, и у пристов, и это, у пристов 50 секунд, у паладина, не знаю, работает и то, и другое. Ну, тогда давай так сделаем. Не включитесь. Чтобы они попашить. Ой, шапашек на две стороны, чтобы они кидали. С контролем не проебитесь, если он спадет, чтобы не начали кастовать сразу вдалеке. Бахус. Или Филантос, не знаю, кто-нибудь из вас, поставьте от природы, пожалуйста. Слышишь, ты Дотти в ШП в первую пати, камикадзе в пятый. И по сторонам, типа, давай. Кто там? Дотти и Войд слева. Селена и Динчик справа. И, типа, они по два же выходят, да? Они по два выходят, да. Но нужно, ну, не обосраться, законтролить, типа. Как это объяснить? Хорошо, короче? Ты контролишь того, что первый идет, и ты контролишь того, что идет ближе, я того, что. Я уже понял, вы решили контролировать. Да, да, да. Это Димон, и по чешкам распредели. Хорошо, я сейчас все скажу. Это Селена, присани, пожалуйста. Ты Дотти-то в первую кинь, чтобы захил шел по пати. Вместо Ханта, например. Там, кстати, если наводить на него, то... Это отсюда будет моб выходить. Вот отсюда твой моб, если что, ты ему кинешь оков снежить. Только это на переходке, когда уже будет вторая фаза. Не сейчас я кидаю, поняла, да? Пусть с книжки... Я сейчас убила. Сковывай. Селена, слышала? Так, я слышу, да, когда они выйдут, типа, их сразу контролить. Не сейчас, вот когда будет переходка, да, когда будет большой ОВИ, типа, всему. Вот только тогда кидай, вот они появятся, ты тут же такая, хоп, повернулась такая, взяла, кинула ков нежить, и все, повернулась, и дамажь этого босса. Не забывай, что потом... Окей, они одновременно вдвоем выходят с двух сторон? Нет, один здесь выходит слева, а другой было справа выходит. Твоя сторона справа. Я тебе объясняю. Там по два с каждой стороны вообще-то выходит. Да. Чтобы одного твоего законтролить, да, как-то да, сделать. Да. Селена, один выходит ближе, вот здесь вот где-то, где бревно прыгает, другой дальше вон там выходит. Ближний твой, Динчика дальний. Ничего чем слева? Справа Сеттер, ты здесь? Сеттер, ты тут? Да. Справа, если что, твой будет моб, он отсюда вылезет где-то и побежит сюда. Твой справа, если что, здесь будет. Ничего нужно сделать, я прослушал. Пока я не кинуть могу. А, хорошо. Только я кидаю, опять же, опять тебе скажу лично, на переходке, когда пойдет большой АОЕ. Ты увидишь... Надо, надо, чтобы совы звездопад не давали. Да. А совы, если что, звездопад не давайте вообще. На второй фазе. Да, кстати. Ну, позже право, на босс сейчас, да? Вот будет вторая фаза идти. Ну, справа, да, относительно вот того, как посмотрю на босса сейчас. Не понял, что? Ну, вот справа, стороны, с правой стороны моб будет выходить относительно, как мы смотрим сейчас на босса, да? Да. И справа относительно вот моба. Один выйдет слева вот здесь вот, а второй вот тут справа выйдет. Ну, кинешь покаяние. Выйдешь с рейда, кинешь покаяние, все, пойдешь снова дамажить. Да, и еще, вот когда ты собираешь рейды, жуков, сука, 4 жука вылазит на первой фазе. Их надо бить, блять. Не, сука, не какой-то столб кинуть и босса бить, а бить жуков. Алло. Это, ладно, этот как его... Вера, ты будешь заходить с мамага? Это будет не он. А что? Гера есть, блять. Не, я имею в виду... Тут мать, это не его вар, это ты его перепутал с кем-то, спросил, он не будет перезаходить. А он не будет заходить? Вроде ну, нет. Ну тогда, мама, где папа, ты можешь зайти на лог. Спасибо, одну секунду. Ну ладно, дальше. Все,
Бля, как же все с вами тяжело. Подождите. Давайте сначала заопределимся, кто на второй фазе будет кидать соковы, кто... Тотти дальнему, я ближнему. Мы распределились уже. А, здесь уже, да? Да. Все. Тут, слава богу, сейчас у нас лог зайдет. Ну я на подхвате замораживающую еще кину. Да, что? Можешь тоже. Один маг пускай там. Ой, маг, тьфу. Вообще в идеале могу. Будет, если еще по ханту добавить на этих жуков, и вы потом с одними жуками будете, и все вообще, и мы добьем босса. Вон, филотану слева, баху справа, и вообще заебись. Чекните, где выходит жук. Да, это вар, если что, не забывай перечать на хп. Это обязательно. Дайте купи мыло бафы, каску. Там вот по 5 ему дайте. Да дело не в попало. Так, ладно. Пупом Бахус. Бахус. Ладно, хер на него. В общем, сейчас вот первую пачку мы, если что, сливаем. Вы ведете под босса, мы его сливаем все, абсолютно. Потом, когда уже выйдет вторая пачка, вы больше ДПС давайте в босса. Потому что он и так закопается, мы его потом уже зальем. То есть потом в терхак не сливайте. Так, для справки, он не закопается, если его заливать. Так, для справки, он не закопается, если его заливать, второй трэш. А он и так не закопается, даже когда босс закопается, он не закопается. Мы его успеем слить потом. А, про босса? Да. Ничего, с богом, блядь. Да. В общем, let's go. Риспада. Не сорвите, а... Бля, я отскую. Да не очкую. Давайте гимн адептов послушаем, пожалуйста. Послушай. Ну, там? У нас Бахуса нет, стойте. Бахус, ты тут? Бахус и Шаман. Ай, как заебали. Так, по поводу чешек. Первый я сливаю чешку, Камикадзе, ты второй, Жриц подает, ты третий, и этот, как его, Хулигрист, ты четвертый. Только говори, нет. Когда у тебя закончится, чтобы я прожимал. Я сказал. Потом я также скажу. Шаман и Бахас, ты тут? Блин, ну нормальный человек вообще. Где этот Бахус? Блять. Кикни его пока. Дайте ему 100 гп. Да зачем? Дайте ему 100 гп. Просто кикни, пусть вылетает. Дай ему 100 гп. Да кикни его, зачем гп? Просто кикни. Либо раздуплиться, либо без него убьем. Так, ладно, сделаем так. Теперь ждать, пока его выкину, чтоб он не сдох. Угу. 30 сек дверь откроем. Кралька. Вон у нас кралька есть. Она помрет, она помрет. Чё ты взял? Не помрет? Пусть ЧП идет. ЧП не помрет. Не сможем, а помрет. Тут еще стоит этот. Поставьте шкаф. Да он стоит. Подожди, не сумой, тут еще хант. Сейчас забагаешь сумон и все. Стрите, чтобы вылетел. Давайте те, кто умрет, тот Терешкова. Терешкова, да. Люди! Че? Че, БДК там сильно шатать будет? Да. Да. Да ты не очкуй, тебя захилят. Кралька, не принимай, подожди. Сейчас еще Бахса не выкинул. Все, можешь принимать. Все, принимай. Кто твой, это уже трис, я сказал. Ну, Бахус. Это был хуёвый чувак? Чего? А, вышел. Да, он вышел. Ну, запагалось, видимо, у меня. Ну, ГЦ, значит, блядь. Кик и кральку тогда. Да нет, она релогнулась, просто должна её ещё раз нам... Блядь, релогнулась, пожалуйста. Кралька, ты здесь? Ну туда идти баф.
Просто она загружается, пока вы думаете, что багнулась. Она должна в РК заходила. Это сверки, не забудьте сверху уже слить потом. На кролика в рейде? Я чуть не вижу. Да, он. Да, да, перетипать. Секунду, я ревогусь. Давай. У меня нет хуя. Все, но у меня тоже что-то не отвержается. Я тоже тогда. Нет, она отвержается, я вижу. Поставьте. Закончится. Соседей поставьте. Переключишь потом отсел природы? Да, да, я на второй фазе. Давайте, ребят, включу тогда. Да, да. Сейчас будет потно. Там от хилов зависит, как они будут хилить. Да, ну что там? 5 хилов. Я не думаю, что у нас какие-то проблемы будут за хилом. Ну да, не главное. Ну главное, чтобы не верхилили. Ну типа, чтобы два друида одну и ту же группу не хотали омоложениями. Можно распределиться там. Да, хотать нужно только метки. Да. Остальные не умрут. Так, внимание, все готовы. Назгул, ты что отсюда кидаешь с ЛП и потихоньку поворачиваешь. Все, начинай, Назгул. Молимся, бля. Поворачиваю его. Молодец, все. Под жопу там встаньте все. Так, там Тершак выходит, мы его что заливаем. Давайте, видите их сюда. И заливайте их. Ведь могли по ловушке провести, пидоры. Подбейте сферки. Заливайте их, алло. Все. Вторую пачку тоже по боссу. Я ДПС, и больше ДПС в босса давайте. Дайте сферок еще, подбейте, мало. А под боссом одна сразу брижется. Или я вылетел, или я хрен знаю. Сейчас зайду. Кто вылетел? Босса веди. Больше ДПС в босса давайте. Тут больше босса давайте. Босс закопается, мы зальем этот вершак. Так, смотрим, на ком сейчас метка будет. Пилон тос на тебя. Все. Все, повезло. Ну, добили, даже трэш успели. Ништяк, киушот вовремя зашел. Копались вроде. Я там один. Полезу уже. 3-7, не помри. Кто-то вылетел. Это можете поставить. Ой, спиди. Копатель. Моба, убейте этого. Забрать моба. Можешь спеть гимноману. Фух. Бля, с меня уже руки спотели. И ноги. Он в центре появится. Я если что, назад потянет. 2 секунды. Раз. Два. Появляется. Все, давайте снова подвоз, отведи его немного подальше. Их мы бьем, да? Да, давайте бейте пока. Эту пачку тоже мы сливаем. Вместе с боссом надо его перевести. Ты бейте босса. Сейчас контроли доти. Листы готовьтесь. Давай, 100. Хотайте доти, на мне метка. Просто. Доти, ты дальнего. Геру. Хит, хит, хитте. Так. Давай чешку камикадзе. Трэш, 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 трэш. Трэш, алло, забирайте, что танки.
Видите? Забирайте там сейчас что. Божерис, подай давай чешку. Сакру дайте. Поклонский, дай сакру. Сакру дай, Поклонский. Чекс. Пока не надо. На спой гим на хп. Селена, спой гим на хп. Селена, спой гим на хп. Много хила, блядь. Алло. Все, добивайте, блядь. Контроль обновить. Никто не падает. Чейер, давай гим на... Ой, чешку ну, давай. Танки, танки, танки. Танки, забирайте, танки, пожалуйста, забери. Не клиньте в мелизону. Ребята! Бу, бля. Изи. Ставлю почту. Просто изи. Давай почту, давай почту. На мувик. Это дадим Бахас тоже, и про у него там инет вылетел. Потом Даларан идем и все на коне. Слышите, не офайте. Да, коня дают. Ставьте почту. Где почта? Все да ладно, берем. Типа всем коня дают, что ли? Да. Строфей. Поставил почту. Думал, одному только коня дают. Поставил почту квадрата. Не, всем дают. Здесь у вас уже у всех в почте. Бля, ребят, большое спасибо. Не за что. Спасибо за рейд. Учите коня, ставьте на единичку коня, сейчас в Даларане встретимся у банка. На единичку. Будем делать. Идеален. 92. А, забей, я уже вышел с места. Все, похер на лут, короче. У Дядина тебе места нет. Подождите меня, ребят, пока. Трофей, Дядин там снимал что-нибудь себе. Фу, бля, было плотно. Сейчас будет это, флешмоб. Даларан у банка, идите на коней. Сейчас я подойду. Замедленно идем. Там что-то дофига. Вороной, блин. Боевой конь, крестоносцы. Хотя, ты престол был, понятно. Подходим сюда к ШП. Только на мейне не затречивай. Убери свое. Подождите меня, я сейчас тоже приду. Давайте в Даларан на ступеньки, в банку. Сейчас я добегу до этого. Бля, в идеале, у тебя что-то место нет. Давай я себе возьму, потом тебе дам. Я же тебе говорю, я не в инсте, просто забей. А, да? Я понял. Ты там запалил. Ладно, пойду я в 25 Гц. Давай. Это надо кому? Сука, почему, блядь? Не хитр Сильвар. Обидка ебан. Вообще. Говори. Посчитал, сколько там роллов должно было быть? А? Посчитал, говорю, сколько на него там было? Там не ЛП тоже будет? Нет, там немного, да, кстати, не роли. А может не ЛП, не на мага? Я забыла написать. Да, можно. Заходи вниз с того червя, за который была, и зайди за того червя, на который тебе надо ИП. Бля, чё вы, да, банк поедете? Покорить для синдома, да? Сейчас, Славик, еду, подожди. Я братан. еду, подожди, я уже рядом. А можно на ИП заходить, да, на лока? Да, сейчас я дам, короче, сок на червя, дай им тампать. А, блин, не, а, на меня добыча, отлично. А как он называется? Читники, давайте. А читники мага. Даларан, быстрее едьте, коня вороного учите. Подходите на ступеньки к банку. Чё-то, проходите сейчас это самое. Погнали наверх поднимемся, чем мы чистоим тут? Чего сейчас, если на коня будет садить? Естественно, надо, короче, поставить кавку на рост ещё всем, чтобы все поели там. Заскриниться на фоточки. Не за что. Ты где стоишь, Трист? Вот, у банка кричу. Вот, сейчас подожди, куда? Я сейчас повыше сделаю себя и сзади вас там. Ой, убери ауру эту свою темную. Снимите метки. Не могу, как-то надо же узнать, что это я. Вот так нормально? Ты все портишь, Войт. Ставлю плюс на ЕП. Вот, убрал. Подожди, этот. Хота, давай тоже садись и этот, заскриним. Полетец. Подвинусь. Максимус таким был. Только славы! И теперь смотрите, теперь на счет 3. Вот кто слушает, приготовьтесь на счет 3 нажать пробел. Раз, два. Вот, давайте. И еще раз вот. Ниго-го! Йоу! Бля, охуенно!
Да, спасибо вам, ребят, большое. Кстати, не валите, дайте мне тоже вас фоткать. Еще быстрее. Я уже все, я все сделал. Так, все зашли там на ИП? Вот наша гильдия. Кем был Максимус в рейде? Здорово. Надо у него спросить. А, Максимус. Здорово, Мах. Здорово, Мах. Так, Максимус. А, он был же этим. Агер, подожди, Максимус. Он не был, честно. Ты же говорил, что ты уже был локом. Нет, так я локом вчера ходил, КДш повесил. Всем а сегодня я же здорово был магом. Один маг был. А, так заходи назад на мага получишь ИП. А лока нельзя, да? Ну, ты же получал на него. Так что заходи снова на мага. Юпи, красава, блядь. Смотрите на этого дурака. На первых трех. Это что? Давайте подыграем ему. Первый, второй. Все, все получили ИП. Всем спасибо. Ты записывает? Да, да. Че, будет чаще? Уля? А что, мне полный, что ли, ИП? А ты получила ИП, Виралька? Ну, я получила, но я же только на одном боссе была. Ну, с праздником тебя, короче. С праздником, говорит, тебя, короче. Всем-всем спасибо. Так, Абахус у нас получил ИП, да? Он да. Номер 100. Получил, молодец. Бахус не видел. Всем спасибо. Вроде бы. Я шар. Ой, ГЦ, в натуре красавчики. Это легко делать, просто надо организоваться хорошо.